Вторые сутки в федеральных СМИ обсуждают дело известной российской компании «Балтстрой». Как сообщают информагентства, суд в Москве арестовал директора компании. Следствие подозревает его в совершении мошенничества в особо крупном размере в составе организованной группы. Как пишет «Интерфакс», подозреваемый не признает себя виновным и просит суд принять в отношении него более мягкую форму пресечения. Орловчанам компания «Балтстрой» известна как подрядчик, выполняющий работы на набережных. Вот что сегодня рассказал в интервью нашему телеканалу первый замглавы города Александр Муромский. На сегодняшний день почти 80% работ уже выполнено, основные конструктивные элементы завершены. На 2016 год остались работы, в основном связанные с благоустройством прилегающей территории, а также с установкой малых архитектурных форм, освещение территории и финишные работы. Информация о том, что график производства работ или сроки какие-либо со стороны подрядчика в администрацию города не поступало. Более того, в телефонном разговоре были даны заявления по поводу того, что работы все будут выполнены в установленные сроки. По данному поводу сегодня заказчиком УКСом города Орла планируется встреча с представителями подрядной организации для того, чтобы обсудить сроки и объем работ на 2016 год. Мы также обратились за комментариями в головной офис компании. Вот какой ответ получили. Мы объект бросать не будем, мы будем заканчивать строительство. Это однозначно. В конце мая уже орловчане могут быть уверены, что и строительство закончится, и красота будет. То есть сложностей с реализацией у компании орловского объекта нет? Нет, нет.